и мы отправляемся в Магнитогорск. И те, и другие по заявленному протоколу не пошли тренеры. Ну, их право. Хорошая комбинация. Бросок Кошечкин перед собой отбивают, но тут только игроки магнитогорской команды. Еще момент. Жафяров! Владимир Рот оставляет через борт эту шайбу. Моня. Но здесь не очень здорово. И накрывает магнитка. Опасный момент. Пауза. Великолепная пауза Мазякина. Еще раз. Ну, это уже момент перехвата, когда Бирюков подкидывает шайбу. И дальше Мазякин показывает движение, что справа. Антипин. Ну, опять посмотрите, вот как неспешно передвигается. И Ставок. Вот это уже момент на гол. Еще момент. Ставок хватает шайбу. Очень здорово реализовывал перевес в одного игрока. О, привет! Кару, как в таких случаях говорят. Разбито стекло. И у нас намечается очень длинная пауза. Хороший бросок от своей синей линии. Сергей Сергеевич Гимаева. Ну и сибиряки тоже не промах. Смотрите, как накрывают в чужой зоне. И опять одного отправляют туда. Катается Константин Акулов. И ух ты, передача прошла. Зарипов! Но здесь уже сгруппировался. Ох, как здорово. Коваш подбивает клюшку. И это становится, ну, чуть ли не ключом к первой шайбе сегодняшнего дня. Первый период прошел в не очень содержательной борьбе и на не самых высоких скоростях. Но все это может быть для того, чтобы раскрасить второй период заброшенной шайбы сразу же. Это, конечно, большой привет Александру Салоку. Тут анализировать нечего. Теперь давайте смотреть, как же так случилось. Вот Коваш заходит. А, Мазякин. Прошу прощения, что тут нам показали Коваш, что сразу, вот я не среагировал. Сергей Мазякин. И в том, и в другом соображении логика прослеживается. Сибирь в атаке. Акулов. Отличный пас. И бросок. 1-1. Великолепная атака новосибирских хоккеистов. И счет равный. Ренат Ибрагимов забрасывает свою шайбу. С неудобной. Под перекладину. Гол очень красивый. Если гол магнитки до некоторой степени случайный. Ярослав Хабаров. Можно продолжать движение. Самому украли у него шайбу. Очень острый выход. Получается у сибиряков 2 минуты. Железобетонные. Калли Ридерваль заработал на себе любимым. Алексеев на пятачке. Бросок не удается. И в меньшинстве атака магнитки. Томаш Филиппе ставит корпус. Пропихнуть пытался шайба под щитком Александра Салака. Коваш. Слышится, как будто потом об этом. Потому как счет становится 2-1. Танис Зарипов. Даже крышечку не поднимает, чтобы порадоваться. Забрасывает свою шайбу. Счет становится 2-1 в пользу магнитки. Танис Зарипов четвертую шайбу в этом сезоне отправляет в ворот. Смотрите, как здорово поймали на выходе из зоны сибиряков. Дальше Коваш мог забивать, но вот эта пауза. Здорово, опять же, Сибирь поймали магнитогорцы на выходе из зоны. С этим надо быть внимательнее. Вновь атака Магнитогорска. Вот бросок. И здесь сибиряков надо отметить. Филиппе, скрытый пас Потехина. И на дальнюю. Здорово. И развернуться. Очень красивый гол может получиться. Ну, здесь, конечно, 56-й номер в полном порядке. И вновь Салак, и вновь очень серьезная борьба на пятачке. А здесь бросок. Салак. Украли шайбу. Как на рыночной площади. Базарный день. Стащили ее, бросали по воротам. Но чувствует Сибирь, что в этом нет ничего страшного. Ребята молодые, горячие. Шулунов. Да, и, кстати, история с другой стороны. Вот и все. 2-2. Честно говоря, даже не заметил эту шайбу. Как-то отвлекся на крюк
клюшки, которая неожиданно вылетела из гурьбы хоккеистов. Бросок по воротам. А, и добивание в ближнюю девятку. Олег Губин. Так, на ровном месте атака. Потехин из-за ворот опять очень далеко и уезжает Салах. Бросок, конечно, в манере его игры, но часто он не успевает. Ну, бросок в перекладину. На общем плане разглядеть его было сложно. Ну, сейчас давайте посмотрим, с кем. Губин, здорово зашли в зону. Бросок, Кошечкин перед собой, не успел Губин. Дальше Водский, конечно. И вновь шайба остается в зоне. Моня ближе, можно катиться, бросает и отбивает Кошечкин. Он не видит шайбу, она в углу. Моня. Еще момент, и опять Кошечкин реагирует. Антипин. Вновь первая связка. Коварш и Мазякин. Антипин, Бирюков. Красиво, мягко и добивание! Кошечкин! Растянувшись на льду, выручает команду. Смотрим. Вот здесь Сергей Шумаков. Хороший бросок и добивание Губина. Антипин тоже молодец. Впереди вечер в Магнитогорске. Романтика. Губин, Коварш. Губин вообще со льда сегодня не уходит. Мазякин. О, что делает, а? И Салах. Коварш. Моментище. Пауза. Передача. Пустые ворота, не получается добавить шайбу. Антипин еще раз. Великолепный проход. И вот шайба. Чуть-чуть не добавляет Крис Ли. Какой момент. По 6 бросков сделали. Данис Зарипов. Гол. Зарипов. Забивает. Ну ладно, забыли. Теперь смотрим за Шакаровым. Что он предложит Кошечкину? То же самое пытался провернуть, но Кошечкин выручает таким образом. Приносит победу Магнитогорскому «Металлургу».